Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам сорт малоизвестного селекционера Сорокиной Натальи, чья приставка SN. Сорт называется Дионис. Вот, мне он настолько понравился, вроде он как бы простой, да, то есть много таких вот темно-вишневых цветов, и листва у него не пестрая, а обычная зеленая. Ну вот, нравятся мне яркие сочные цвета, и вот у него именно сочный такой вишневый темный цвет, очень красивой формы цветы. С белым кантом. Беспроблемная розеточка. Во-первых, она аккуратная, сама по себе компактная. Посмотрите. Видите, не крупный лист. Цветет постоянно. Очень щедрое на цветение. И возвращаясь к листве, хочу сказать, что она вот самоформирующаяся. Хорошо листики ложатся. Вот сами так вот такую черепичку выкладываются. Вот. Ну и, как я уже сказала, он часто и беспроблемно цветет. То есть сорт обладает, ну, вообще совершенно неприхотливый. Обладает всеми возможными вот характеристиками для сортовой фиалки. Вполне можно завести начинающим коллекционерам. Посмотрите. Такая вот яркость всегда стоит на полочке, на стеллаже. Очень нравится мне этот сорт SN Dionys.